Друзья, привет! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Я уже почти год инвестирую свои средства в HashFlare. Это такой облачный майнинг, про него я уже рассказывала. И сегодня я буду выводить средства первый раз. В прошлом году я закинула туда $50, и 3 недели назад я закинула туда 1 биткоин. И будем выводить деньги. Нажимаем «Вывод». Будет у нас комиссия. И нажимаем «Вывод», и уйдут мои деньги на CryptoPay. Запрос на вывод создан. Вам выслано письмо с ссылкой подтверждения. Пожалуйста, проверьте входящие вашей электронной почты и подтвердите вывод. Вот нам на почту пришло подтверждение. Открываем письмо. И переходим по этой ссылочке. Чтобы посмотреть и зайти в свой биткоин кошелек, нажимаем вот здесь дебетовая карта. На биткоин кошельке у меня $20. Ждем в течение 15 минут и будем выводить на карту. Заходим в историю и смотрим. Вот сегодня 4 марта, у меня вывод подтвержден. И ждем. Прошло 15 минут. На почту вот мне пришло письмо. Вот такое письмо пришло. Я перешла вот по этой ссылочке, попала в CryptoPay. И на моем балансе появилось $68. То есть всего 88, 20 у меня уже было. 68 я вывела. Я нашла вот такой обменник. 24paybank.com. Вы отправляете биткоин, выбираем. Я буду выводить на Kiwi кошелек. Здесь выбираем биткоин, здесь выбираем Kiwi, пишем email. У меня Kiwi в рублях и кошелек для получения. Получилось у меня 5111 рублей. И нажимаем ОК. Делаете все по шагам, как там написано, и нажимаете кнопочку «Я оплатил». И ждем теперь денег на Kiwi кошелек. Вот смотрим, пришло мне буквально через 5 минут выполнение заявки на сайте обменника выполнено. Также у меня пришло оповещение от Kiwi кошелька, что деньги поступили. И давайте зайдем в Kiwi кошелек и посмотрим. Вот мой Kiwi кошелек. Сегодня 4 марта. Вот пришло 5111 рублей. Ссылочка на HashFlare будет под этим видео. Сразу скажу, что маленькими суммами заходить не советую. Инвестирую я уже сюда около года, а мой муж инвестирует уже 2 года. И самая надежная инвестиция, я так считаю. Всем пока!